Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на борт, с вами Кэп. И вот такие вот горячие новости подъехали от разработчиков. Ребят, я обычно не выхожу с такими видосами, но такой X10 я не могу пропустить. Герцогиня Лилиту, топовая, легендарная героиня, ребят, метовая лего в платине. Ни один девпак не обходится без этой красотки. Сет парирования, безусловно, на нее самый лучший сет, дорогие друзья. Обратите внимание, если вдруг у вас есть герцогиня Лилиту, если вы, смотря на каком этапе вы игры, давайте я покажу, как ее одевать. Нет, давайте вот так, просто Лилиту. Лилиту, вот она, наша красотка. Ребят, если вы в лейт-гейме, вот подходите к лейт-гейму, хотите ее сделать на арену, вот так вот можно ее делать, максимальную сапру. Конечно же, и неплохо бы сделать ей очень хорошее, опять же, здоровье и защита, выживаемость очень важна. Вот такая герцогиня Лилиту выглядит на аккаунте игрока мид-гейма, ребята. Здесь можно ее даже через вармастер, сет вампиризма, так как она и на КБ будет ходить. В общем, ребята, ссылочку на эту сборку я оставлю обязательно в описании. Заходите, смотрите на наш сайт Raid.info. Далее, ребята, Криск тоже, да, называть его метовой легой можно. Ну, скажем так, нет, все-таки, да, Крисков много, но, согласитесь, это не метовая лего. Метовая лего — это Каймер, Сифи, Гегемон, Атаман, Лилиту. Вот, Криск уже, вы знаете, ну, хотя сейчас с введением бижутерии я начал встречать, если честно, больше Крисков в золоте 4 на арене 3-3. Безусловно, это крутейшая легендарная черепашка, которая заслуживает звания Леги Войдовой. Давайте посмотрим, как его одевать. Ребят, очень больно бьет герой сам по себе. Герой, с этим героем ставятся рекорды на клан-боссе. Вот таким образом его одевают даже в сет щита где-то на мидгейме. Вот можете посмотреть его коэффициенты урона. Бьет Криска достаточно больно, конечно же. Ребята, и опять же, у кого есть хорошие сборочки, присылайте на базу, вот сюда вот можете отправить сборочку на email, мы обязательно укажем вас как автора. Ребят, ну, как по мне, если честно, вы знаете, это байт на открытие перед обновой, новых героев добавляют. И сейчас, я не знаю, открываться или нет, это, конечно, дело ваше. Не забывайте, что X10 это не X2, шансы у нас одни и те же. Ну, посмотрим, как будут выпадать герои завтра на стриме в 20:00 во вторник. Залетайте, друзья. Всем удачи, пока-пока.